Юные жители Ивановской области вновь отправляются в экспедицию «Связь времен и поколений». В числе счастливчиков 9 человек. Это воспитанники кадетских корпусов имени Шереметьева, имени адмирала Невельского, а также лучшие ученики школ области, которые в изучении отдают приоритет гуманитарным наукам. В этом году у нас начинается второй, еще более масштабный вариант этого проекта. Он пройдет по России через Воронеж, через Москву, Украину, Киев, Одесса, Севастополь. Затем мы вернемся на юг Белоруссии. То есть экспедиция продолжается, и те традиции, которые у нас заложились уже несколько лет назад, они будут продолжаться. Год назад воспитанники кадетских корпусов совершили экспедицию по местам боевой славы Отечественной войны 1812 года. Тогда в маршруте значились 9 городов России, Польши, Белоруссии. Экспедиция прошла успешно, и этим летом прививать любовь к родине через знакомство с подвигами героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов будут уже другим ребятам. Во-первых, я рад. Во-вторых, это будет развивающее как бы для меня. Я смогу многое узнать, так как цель нашей поездки, можно сказать, патриотическая. Получить знания, опыт, побывать в местах, в которых я раньше не был. Возглавит экспедицию, как и ранее, председатель областного отделения Русского географического общества Олег Волынкин. Под его руководством школьники за 2 недели преодолеют путь 4500 километров по территории 3 стран. Маршрут экспедиции продуман так, чтобы максимально охватить места боевой славы, где шли кровопролитные бои Второй мировой войны. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.